За 2 недели работы пункта сбора гуманитарной помощи при общественной палате силами неравнодушных людей удалось собрать свыше 1500 килограммов товаров, необходимых беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Это одежда, бытовая техника, детское питание, средства индивидуальной защиты и гигиены. Дело пошло и очень активно. Идут просто люди, которые хотят помочь, идут организации, идут предприниматели. Просто нескончаемым потоком люди идут, звонки постоянно идут, люди предлагают свою помощь, и они хотят быть вот теми, кто неравнодушен. Недавно к утвержденному Московской областью списку разрешенных товаров прибавились продукты питания. Важный момент – исключительно с длительным сроком годности. Это, конечно, радует, потому что многие жители приносили продукты, а мы ими делились с обществами различными нашими, которые нуждаются в помощи. Значит, хочу обратить внимание, что сейчас сбор идет не только на базе общественной палаты, но у нас есть в центре Видного, это помещение «Единой России». Можно туда принести кому ближе, особенно старый город. Также у нас присоединились тироделы. Очень популярна сейчас доставка. Молодые продвинутые жители, они пользуются доставкой. Очень удобно. На днях крупную партию необходимых товаров в пункт сбора гуманитарной помощи доставили представители «Газпром» в НИИГАЗ. Организация находится на территории Ленинского городского округа и всегда активно присоединяется к различным благотворительным акциям. Когда они узнали, что помощь нужна жителям Луганска и Донецка, они собрали гуманитарную помощь и привезли очень много термоподы, электрочайники, средства личной гигиены. И я хочу сказать большое спасибо. Пункт сбора гуманитарной помощи при общественной палате муниципалитета работает ежедневно. С понедельника по субботу с 10 до 20 часов, в воскресенье с 11 до 16. Находится он по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.